спасибо вам, что вы именно сюда приехали, потому что как раз здесь снимались «Журавли». Вот, ну, я-то тут финал снимался вот на этом месте буквально. Мы там бегали, значит, около моста, и там, где машина обливает. Прошло тому 40 лет, но для меня большая честь, что картина остается для людей вроде бы живой. Во всяком случае, вот ее вновь пускают, люди собираются, люди ее помнят. Это, конечно, самое главное. И самое главное, даже не для меня, хотя это моя жизнь, а очень странно и радостно, что из множества картин о войне как-то люди сердцем выбрали вот «Журавли». Это, конечно, для меня отдельный, так сказать, мой и актерский, и человеческий праздник, безусловно. Безусловно, я никогда не отрекался и никогда не забывал ни одного дня съемок или жизни во время этой картины. Уж очень хороши были люди, которые ее делали, и очень... какие-то важные человеческие надежды были связаны с этой картиной. Я хотел бы, чтобы почаще вспоминали все-таки и Колотозова, и Урусевского. Потому что, знаете, как так вся... Вот картину они делают, а потом большая часть слов хороших достается актерам. Но, в общем-то, это несправедливо. Не позови меня Колотозов, там бы другой мальчик был. И, кстати, совершенно такой же, как я. Ну вот, Господь дал, он меня позвал, Михаил Константинович. И, конечно, я ему очень благодарен за это, безусловно. Я думаю, что картина, вы знаете, такая по тем временам была неожиданная и новая по форме, потому что все-таки ее снимал совершенно, как вам сказать, одержимый художник. Урусевский — это не просто оператор, а это человек, ну, во-первых, с художественным образованием, это ладно, а во-вторых, совершенно одержимый этой новой формой и новыми возможностями. Но часто так бывает, ведь оператор тоже зависим. Вот он снимает, и режиссер скажет, давайте правее, давайте ближе. И все его вкусы, все его мечты разобьются об эти команды. А там какое-то произошло... счастливое сочетание, ведь Колотозов начинал как оператор. И вот это понимание изображения с точки зрения дырочки, через которую смотрит оператор, конечно, обогатило картину. Они, в общем, смотрели одними глазами на вещи, на лица, на эти места действия. И мне кажется, что это было очень счастливое совпадение, когда два человека сделали ставку и дали волю этой чисто кинематографической фантазии. Потому что, повторяю, тут дело не в актерах. Тут дело именно в том, как сняты актеры, как снята картина, а уж потом, так сказать, что там говорят. Тут дело было прежде всего в этой форме картины. И надо сказать, что она формой отличается даже до сих пор. Очень многое там такое настоящее. Что... Все это давалось большим трудом, потому что, вы знаете, новое трудно дается. И для того, чтобы что-то снять так, как хочется, приходилось... Ну, как вам сказать, вот какой-то кадрик, который должен был быть тут, утренняя прогулка у Москвы-реки. Мы ездили, и вот все ждали рассвет. А рассвет все вот был как сегодня, такое небо. Затянут, сворачивал, все, уезжали. Так и ездили месяц.
И так этого кадра и нет в картине по сей день. Не удалось его снять. А дальше уже надо было уезжать, натура и так далее, и так далее. И так что он пропал. Но очень большим трудом добывались придуманные кадры. Очень большим. Мы, я имею в виду, поколение, которое как бы опоздало. Мне 14 лет было, когда война. Мы были напрямую связаны с ними. И получив роль в «Журавлях», понимаете, это не роль вообще, там какая-то роль, а это для меня живые люди. Мой двоюродный брат погиб на войне. Кстати говоря, он подделал документы и пошел добровольцем. Ну так, знаешь, как в самой плохой советской пьесе, такой героический поступок. Но он реальный для меня человек, абсолютно реальный, и это реальные потери, а не то, что, так сказать, я из книжек узнал. И поэтому маленькая роль, и, как вы понимаете, не об этом картина о любви этой женщины, о ее судьбе. Но для меня-то каждый кадрик — это вот кусочек того, что я пережил. Пускай в эвакуации, пускай где-то вдалеке, но все-таки это то время. И то время и реальные люди, понимаете, совершенно реальные люди. Может быть, так нехорошо говорить, но сколько можно было, и я, и все те, кто снимались, как-то старались все-таки своими силами поклониться или как-то быть хотя бы достойными тех, кто на самом деле стоял под этими пулями.